Говоримо про найважливіше з Романом Світаном. Пане Романе, добрий вечір. Вечір добрий, бажаю всім здоров'я. Пане Романе, радий вас вітати. Маємо традиційно насичений день вівторок, але перед тим, як ми почнемо нашу з вами розмову, звертаємося до наших глядачів, які дивляться нас просто зараз, та які подивляться цей стрім в записі. Поставте лайк наперед, якщо не сподобається, потім заберете, напишіть обов'язково коментар, просто зараз напишіть, звідки ви нас дивитеся, щоб ви, можливо, спитали в пана Романа, та обов'язково підпишіться на наш YouTube-канал, це допоможе в просуванні цього відео і нашу сьогоднішню розмову потім подивляться якомога більше людей. Пане Романе, починаємо з найважливіших тем, про те, що очільник ГУР МО Буданов прогнозує наступ Росії найближчим часом в напрямку Сум. Про це він запевнив в інтерв'ю The New York Times. От як ви сприйняли таку заяву Буданова, та чи дійсно слід очікувати найближчим часом наступу на Сумщині? Не тільки на Сумщині, і на Чернігівщині росіяни намагаються ті сили і средства, які у них виділені на северне направлення, використовувати для зв'язування наших військ, зв'язати ті сили і средства, які у нас є, розвернуті вдоль лінії фронту, плюс серйозними ударами підтягнути, тобто прийняти рішення нашим головнокомандуючим перебросити дополнительні средства з Восточного фронту, тобто витащити резерви на себе. Тому однозначно буде розширення географії по фронту практично вдоль всієї лінії границі між Україною і Росією, і в Брянській, і Курській, і Білгородській областях. Росіяни раніше почали на Харківському направлінні, раніше поки ще не розвернули повністю резерви і не напітали фронт в районі Сумщини, це точно. Але чому раніше? Тому що їм треба було перебити негатив, зв'язаний з невиконанням задач по Покровському і Часов'ярському направлінні. Пане Романе, про особовий склад додатково хочеться запитати. На саміті демократії у Копенгагені заявив глава Офісу президента України наступне, що бажання українських чоловіків вступати до лав Збройних сил України напряму залежить від рівня оснащення бригад. Чи погоджуєтеся ви особисто з думкою, що вистачатиме зброї, буде достатньо і людей? Ні, це не пряма залежність. Пряма залежність від условий приема, от патриотического воспитания, которое провалено за последние 30 лет, от постановки задачи на профессиональную армию, на контрактование, от невозможности практически сейчас уже запустить механизм военкоматов, так как военкомовский ТЦКшный режим практически в прошлом году этот механизм мобилизации был, на ньому був поставлен крест, коли були уволені руководителі обласних воєнкоматів, якщо так по-старому говорити. Так як новий механізм не запустився, допустимо, мобілізаційний закон його не запустить, так як провисли деякі позиції по патріотичному вихованню. Є ця проблема велика, вирішити її може тільки постановка в строй госслужащих, в основном силовых ведомств, но госслужащих. То есть мотивированные остались на данный момент пока только этот срез, а дальше привлекать через рекрутинговые механизмы за счет мотивации уже финансовой. Другого варианта на данный момент нет. Потому не так зависимость прямая от вооружений, вернее напитки вооружениями, как вот эти два момента. То есть мотивация основная, ну а дальше профпригодность. Також, пане Романе, маємо доволі тривожний сигнал з фронту від Генштабу. Там запевнили офіційно, що Збройні Сили України відійшли з позиції в районі села Лук'янці на Харківщині задля збереження особового складу. Це офіційна заява від Генштабу. Пане Романе, питання до вас, як до військового аналітика. Чи треба це сприймати як тривожний сигнал, та чи слід очікувати можливого обвалу фронту на Харківщині? В цьому плані, будь ласка, нас заспокойте або ж навпаки. Там ще, як такова лінія фронту, не образувалась. Тобто ті операції, які зараз росіяни проводять, це в основному безпокоюючі, я би так їх назвав. Тобто вони ще не несуть якоїсь серйозної угрози, як таковій, тиловій структурі.
И количество сил, средств у россиян на этом направлении недостаточно для того, чтобы организовать, допустим, прорыв фронта и выход на оперативный простор. На данный момент, а тем более, самих средств не хватает. То есть пока россияне не перебросят с Восточного фронта на это направление резервы, в таких масштабных прорывных действий там пока не стоит, естественно, ожидать. А любые действия вдоль линии границы, вдоль линии боевого соприкосновения, которые сейчас принимаются нашим командованием на местах, сейчас новый командующий АТУВ там вступил в должность, это оперативно-тактический уровень, то есть довольно-таки толковый генерал, который с 2014 года воюет, и он, в принципе, под себя выстраивает определенную линию фронта, потому вот эти тактические перемещения наших сил, средств пока надо так воспринимать. То есть отстраивается линия фронта как таковая. Пока работа идет в серой зоне, так называемой, в районе линии обороны, до которой россияне еще не подошли. То есть вот эти операции тактического уровня, они будут, мы еще эти знакопеременные движения в этой серой зоне еще увидим и неоднократно. У россиян на данный момент где-то на неделю-полторы на этом направлении есть силы и средства. Если не будут переброшены резервы, то, в принципе, сложится какая-то линия фронта. Она может быть, она может быть там где-то параллельно линии границы, либо вдоль нашей одной из линий обороны. Но эти процессы тактические, это называется формирующие операции, вот те, которые сейчас россияне проводят. Формирующие операции, они в ближайшее время уже завершаться, это где-то еще неделя-полторы, потому движение плюс-минус километр-два на это влиять не будут абсолютно никак. Пане Романе, влітку цього року Україна зможе використовувати на фронті нову далекобійну зброю. Про це заявила екс-заступник державного секретаря США Вікторія Нуланд. І також вона сказала, що завдання Сполучених Штатів Америки і західних союзників – це підготувати Київ до переговорів з позиції сили у власних інтересах. Давайте тут більше про озброєння, про яку нову далекобійну зброю може йти мова в даному контексті. Скорее всего, это атакамсы. Это атакамсы и, может быть, при заходе F-16 некоторые средства поражения авиационного базирования. То есть это могут быть ракеты типа «Джазма», либо, допустим, ракеты воздух, это ракета «Воздух-Земля», то есть крылатая ракета с дальностью под 500 километров, либо это могут быть ракеты М-120 с дальностями 100-120 километров, которые могут базовые самолеты F-16 работать. На это уже дальние средства поражения. То есть вот эти три механизма, о них, скорее всего, Нуланд и говорила, но я так думаю, что это все-таки 300-километровые атакамсы, о которых мы уже неоднократно слышали, и они действительно в ближайшее время должны зайти, скорее всего, с теми закупленными для нас хаймерсами. Дело в том, что 300 километров атакамсы, не все хаймерсы могут работать. Також звертаємося до наших глядачів, аби вони написали свою думку, написали в коментарях прямо зараз, звідки вони нас дивляться. Ми бачимо, що нам пишуть вже і постійні наші глядачі, передають великі вітання. Тому, друзі, ставте вподобайку, поширюйте цю трансляцію серед своїх друзів та знайомих і напишіть так слова подяки пану Роману, який щодня проводить таку фахову військову аналітику і не тільки. Також, пане Романе, маємо доволі цікаві дипломатичні новини про те, що держсекретар Сполучених Штатів Антоні Блінкен сьогодні прибув до Києва з наголошеним візитом. І тут водночас з'являються новини про те, що Блінкен з президентом Зеленським обговорили ситуацію на полі бою, підтримку наших воїнів і подальшу оборонну співпрацю. От з чим ви пов'язуєте такий неоголошений візит Блінкена до Києва? Про що він може свідчити, та що найближчим часом, можливо, ми будемо очікувати від Сполучених Штатів Америки? Важний для нас візит підтримки іменно Блінкена, тобто це людина, який облічен властю приймати рішення, і, в принципі, він прекрасно розбирається в ситуації, і розуміння процесу у нього в динамике, по крайней мере, есть. Естественно, приезд его не с пустыми руками, однозначно то, что привез Блинкен. В ближайшее время россияне на своих головах испытают. И те действия, которые сейчас проводит, уже на данный момент проводит администрация Белого дома,
Они направлены как раз на стабилизацию обстановки на линии фронта, на усиление наших войск, напиткой вооружений, причем разного уровня финансирования. И то, что приезд непосредственно этого руководителя Белого дома дает такой серьезный сигнал нашим партнерам остальным, то есть европейским партнерам, заокеанским, может быть, партнерам, для того, чтобы подключиться и подключиться к помощи, естественно, в фарватере, в том числе и американского видения развития ситуации. Исходя из политических как раз моментов, связанных с предвыборной гонкой, наша борьба с Россией для американцев, для Белого дома на данный момент уже так складывается ситуация, что она очень важна. Эти несколько процентов, которые могут дать победные действия украинской армии на поле боя, они могут добавить Белому дому серьезный перевес в этой гонке политической, потому именно Блинкен, мы к нему довольно-таки хорошо относимся, прекрасно понимаем его участие в наших боях, в нашей проблеме. Большое, конечно, спасибо с этой точки зрения именно этому человеку за его приезд. Разом із цим президент Франції Еммануель Макрон у розмові з Володимиром Зеленським пообіцяв надати більше зброї для Збройних сил України вже найближчими днями. Про це повідомляє з посиланням на Єлисейський палац. Так само давайте подумаємо, припустимо, що може увійти в майбутні поставки озброєнь для ЗСУ з боку Франції. Це скальпи, можливо, Цезарі або щось інше. Нам сейчас заходят вооружения, и иногда на таком этапе, особенно в больших количествах, как, когда заходят боеприпасы, чувствуется недостаток уже и стволов в том числе. То есть САУ, отличные САУ Франции, Цезари, мы хорошо видим их на поле боя, работают прекрасно, с ними обращаются наши, то есть уже как со своими обращаются наши войска, потому, скорее всего, как раз вот это именно эти две позиции, то есть орудия САУ, самоходки и ракеты. Скалпы хорошо себя показали, выполняют боевые задачи, как и Storm Shadow британские, и в их, допустим, определенное количество даст возможность нашим войскам наносить удары в глубине противника, то есть бить. Вот сейчас работаем по ПВО в Крыму особенно, общее направление на Керченский мост. Плюс, скорее всего, есть еще положительные моменты использования и передачи в этом пакете, о чем говорит сейчас Макрон, планирующих авиабомб. Они очень себя хорошо показали, хаммеры французские. И именно эта авиабомба, нам обещали их по 50 штук в месяц, может быть, как раз Франция расщедрится, раз Макрон уже начинает об этом говорить, и даст нам чуть больше этих авиабомб, которые, ну, работают довольно-таки успешно на глубину 70-80 километров. Також, пане Романе, от від російського ПВО до нашого, давайте перейдемо. Президент Зеленський під час зустрічі з Блінкеном в Києві запевнив, що Україні негайно потрібно два ЗРК «Петріот» для Харкова і області. То от, чи слід очікувати, що найближчим часом наша система ППО зміцниться, посилиться, та наскільки от два Петріота на Харківщині вони зможуть зупинити наступ росіян? Ну, не так наступлення, як розрушительні дії, особливо авіаційних средств поражень. Тобто КАБів, ракети С-300, це прикриє, навіть один Петріот прикриє Харків, іменно Харків, в радіусі десь під 150 кілометрів від аероцілей, 40-50 километров по радиусу от баллистических целей, потому расположение Патриота даже одного в районе Харькова даст возможность этому городу хотя бы поспать спокойно определенное время. Но без решения вопроса границы и линии боевого соприкосновения, которая сейчас проходит слишком близко к Харькову, то есть ее надо отодвигать в сторону Белгорода, это значит принимать решение о заходе на российскую территорию. По-другому никак мы Харьков не обезопасим. Ну, естественно, под ударом будет находиться тот же «Патриот», потому что средства поражения, которые есть у россиян с дальностью от 30 до 70 километров, они могут уничтожить некоторые пусковые установки. Это беспилотники, это те же РСЗО, которые у россиян есть. То есть надо тот же «Патриот», располагаемый под Харьковом, самого
сам прикрывать, потому что тут очень такой комплексный подход. Ну а два Патриот однозначно прикроет всю Харьковскую область, по крайней мере, по периметру ее соприкосновения с российской границей. Это будет достаточное количество двух Патриотов на этом направлении. Вопрос в возможности поставок. Вот именно Америка может нам поставить Патриот. У них они есть, у них там больше полусотни Патриотов, и часть из них вообще даже не становилась еще ни разу на боевое дежурство. То есть это Патриот, который десятки лет в смазке практически стоят. Механизм получения их под эти 60 миллиардов, он вряд ли уже возможен. То есть это надо запускать параллельный механизм, скорее всего, ленд-лизовский. Сейчас есть закон, который подают республиканцы, вот надо не обращать внимания на партийную принадлежность. Закон о ленд-лизе, который сейчас поддерживает наша украинская диаспора в Америке довольно-таки опять успешно. И, в принципе, если этот закон будет проведен, то под ленд-лиз мы можем получить, ну, чуть ли не десяток патриотов Соединенных Штатов. Это дорогое удовольствие, около 15 миллиардов долларов они будут стоить. Но, тем не менее, по крайней мере, под ленд-лиз, с последующим возвратом, десяток патриотов получить можно. Ну а те патриоты, которые сейчас будут разворачиваться, это, скорее всего, те, которые нам организовала Германия. Шольц взялся за этот вопрос. Есть помощь у Нидерландов, Дании, мы это видим, и британцы подключились. Есть эти патриоты, хотя бы пару штук срочно можно поставить. А так реально нам надо для того, чтобы такие активные зоны, по которым пытаются работать россияне, перекрыть, надо еще до 7 патриотов, чтобы хотя бы десяток патриотов у нас было на данный момент. Это аварийный случай, так сказать, критический. А реально надо около 50 для того, чтобы страну перекрыть от балістики. Тим часом Росія продовжує брязкотіти ядеркою і прийняла на озброєння балістичну ракету морського базування під назвою «Булава». Про це повідомляють пропагандистські засоби масової інформації. Пан Романе, можливо, щось вам відомо про цю ракету? Адже є і такий факт, що вона нібито у десятки разів потужніша за бомбу, яка була скинута на Хіросіму. Дело не в булаве как таковой. Мощность заряда определяется его весом и механизмом подрыва. То есть это целый процесс. Он не совсем зависит от носителя как такового. Носитель может какой угодно быть, если вес, допустим, заряда может поднимать. А булава — это еще одна вундервафля россиян, которую они пытались воткнуть и в конце концов воткнули в производство, то есть в серийное производство. Опять же, скорее всего, больше информационный все-таки поток, потому что те недостатки, которые в булаве были выявлены при ее старте, при заходе на цель, они в такое короткое время не решаются. То есть, по большому счету, скорее всего, это больше все-таки информационный посыл, какой-то положительный, потому что у россиян сейчас на данный момент, кроме нескольких захваченных сел в серой зоне в районе Харькова, нет никакого положительного потенциала. И так как у Путина впереди поездки, там, допустим, к тому же Си Цзиньпиню, скорее всего, контакты с этой осью зла, ему надо как-то показать хоть какое-то своего преимущества или какие-то положительные моменты, связанные с производством таковым. То есть большой вопрос, стала ли булава вообще на боевое дежурство и попала ли она в серию. Вот исходя из тех проблем, которые у нее были, такое впечатление, что она в этом году, по крайней мере, в серийное производство запущена не будет. Ось, пане Романе, от просто під час нашої розмови з'являються доволі цікаві і свіжі новини від держсекретаря Блінкена в Києві. Він запевнив наступне, що Сполучені Штати наближають Україну до НАТО і потім ведуть її до Альянсу. От як треба сприймати от такі дипломатичні заяви, чи не зовсім дипломатичні, теж роз'ясніть це, і що вони означають? Дело в том, что львиную долю боевого потенциала в НАТО имеет Соединенные Штаты. И, естественно, их голос при принятии решения коллегиального очень много значит. То есть перевешивает практически все остальное, все остальные голоса, которые в НАТО есть. Это, мы прекрасно это понимаем, это понимают все участники НАТО. По крайней мере, на данный момент пока еще европейское сообщество
не достигла уровня военного определенного превосходства на континенте. И, естественно, все сообщество, весь блок НАТО ориентируется на Соединенные Штаты. Вот еще раз можно сказать спасибо этому человеку, вот именно Блинкену, за его приезд, за его поддержку и за вот такую подачу. Дело в том, что как раз из его уст такое заявление, оно обнадеживает довольно-таки серьезно, если даже белые, то есть даже части политикума Соединенных Штатов в виде сейчас вот той администрации, которая управляет Белым домом, вот так видит участие Соединенных Штатов и наше участие в НАТО, то в принципе можно сказать, у нас дорога уже освещена по этой стезе. Вопрос времени, то есть вопрос некоторых условий вступления в НАТО. Ну и для нас все-таки очень важно, чтобы на ближайшем саммите в Вашингтоне в июле месяце было обозначено наше участие в НАТО хотя бы либо во временные рамки, но оптимальный вариант, конечно, для нас еще стоит на это надеяться, что на этом саммите будет приглашение Украины в НАТО с определенными рамками. Это возможно, то есть в зависимости от времени выхода на госграницу, от определенных условий вступления, мы можем, еще раз повторюсь, надежда умирает последней, потому надежда еще однозначно есть, что на этом саммите нас могут пригласить в НАТО. Пане Романе, ще декілька важливих заяв від Блінкена. Він сказав, що нинішній етап війни для Києва критичний і заявив, що наступні місяці вимагатимуть від України багато чого. Чи погоджуєтеся ви з цією думкою, те, що мається на увазі, по-перше, чергу, критичний етап війни нинішній і що саме мається на увазі вимагатимуть чого від України наступні місяці? Как раз к этому критическому этапу бездеятельность американских руководителей партии привела и Трампа, и Байдена. И, естественно, Блинкен прекрасно это понимает, что это как раз их некоторые дрязги внутриполитические привели к тому, что мы на полгода остались без помощи, которую, в принципе, Америка нам обещала в свое время в 1994 году, когда забирали у нас ядерное оружие. Потому мы на эту помощь, естественно, надеемся. То есть это Будапештский меморандум, это определенные отношения и отсутствие несколько месяцев боеприпасов, техники, на которую мы рассчитывали, привело к, ну, мягко скажем, незавидной участи на данный момент Украины, украинской армии. Но сейчас вот есть уже понимание того, что если мы выдержим эти несколько месяцев, о которых говорит Блинкен, то украинскую армию напитают наши партнеры, в том числе и Соединенные Штаты, напитают большим количеством вооружений, именно большим количеством, потому что это говорит как раз это количество говорит исходя из того финансирования, которое выделено в поставках на этот год. То есть напитывание боеприпасами даст возможность нам, если, опять же, мы выстоим эти несколько месяцев, пока все партии подойдут, а чтобы все партии зашли, для этого надо где-то от месяца до трех. То есть это практически до конца лета будет идти та обещанная в этих 60 миллиардах помощь. И вот нам надо выстоять. Нам надо выстоять, удержать рубежи и, дождавшись помощи, выполнять определенные боевые задачи. Но, опять же, понимая, что у нас есть большие проблемы с мобилизацией, я уже рассказал их причины, в основном это именно прошлогодние неправильные действия военно-политического или какого-то руководства, которое принимало решение на увольнение целой бригады военкомов, то у нас есть проблемы еще и с личным составом. Еще раз повторюсь, решить их легко можно, поставив в строй госслужащих. То есть и дальше запустить израильскую систему строительства вооруженных сил и госслужбы. Как таковое, это должно быть единое целое. Вооруженные силы и государственная служба. Пане Романе, ми, як завжди, дякуємо вам за цю змістовну розмову. Дякуємо. Дякую за вашу аналітику та доволі чіткі відповіді. Дивилися нас от прямо зараз більше 2000 людей.
Я нагадую, спілкувалися ми з Романом Світаном, це військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу української армії, як завжди, відповідав на найголовніше питання цього дня. З вами був Владислав Солов'єв, Ольга Білан. От прямо зараз поставте цьому відео лайк, напишіть, звідки ви нас дивитеся, що ви думаєте про аналітику пана Романа Світана, що ви, можливо, спитали в пана Романа. Обов'язково підпишіться на цей YouTube-канал та побачимось незабаром в ефірі на 24-му.